Приветики. Это наша любимая игра «Родина». Ну что ж, поиграем. Сюда я заходила уже, поудаляла все лишнее. У нас идет процесс. Мы все играем, мы все трудимся. Нас 4 человека. И на текущей битве мы первые. Пока мы первые. Но это не точно. Еще все может измениться. А, мы уже вторые. Но были первые. Наверное. Так, а первый, ух ты, вот это чемпионы, настоящие. 87 первого места, молодцы. И тоже в союзе 7, участвует 4. А нас в союзе очень много. Ну, никого фактически нет, участвует 4. Ну, подарки так подкачали, ладно. Когда у меня созреет урожай, еще рано. О, пледик. Так. Ой, а мне что-то казалось, что я видела точно. Ну, а можно было поставить, между прочим. Ладно, проехали. Так. Что мы еще хотим собрать? Сок. Запасаемся этим соком. И ставим следующий. Зато сейчас самый ходовой товар, вернее, не ходовой, распространенный, это всевозможный сок. Соки продают все. Если раньше было сок купить проблематично, то теперь достаточно зайти в газетку. Соки какие хотите. Ну, конечно, больше всего яблочный и ягодный морс. Ну, я даже квасик видела. О, маслечко. О, купили. Жаль. Ой, а я хотела его купить. Ладно, куплю яйца. Дело в том, что я уже решила, что раз думала взять или ветерки, или туристов. Но конкретики еще нет у меня. Я еще не решила. Ой, у нас есть действо рожок. Сейчас поставим. Сейчас все поставим. Минуточку. Вот так. Ну и вот так. Нет, не хватает, значит не надо. Ничего не покупаем. Мы экономные. Ой-ой-ой, надо поставить белый шоколад. Вернее, не белый, молочный. Люблю молочный шоколад. Черный тоже люблю. Но молочный мне здесь как-то нужнее. А что это я так... о коровках не подумала совсем. Вот это я несознательная. Ужас. Просто ужас. При том, что заходила сегодня уже в игру, играла. О! Кто-то чемоданчик забыл. А в нем тот самый гвоздь. Так, что у нас тут? Ой, нехти. Мы поставить можем? Можем. У меня проблемочка новая нарисовалась. Мне надо много-много йогурта. Сейчас покажу. Честное слово, сама в шоке. О, кораблик. Таки приплыл. Ха! 2, 4, 6. 8 морс. Как это? Ой, я ж только говорила, что его везде много. Вот сейчас увидите, сейчас не куплю. Обычно везде много, но когда надо... А нет, есть. Купила. Повезло. А мне повезло, и я морсик все-таки купила. Так, ну что ж, морсик мы загрузим. А вот тут пошла засада. Этого мне... Ой, мне явно не хватит. Будем говорить. Помогите, кто может. А кто не может, тоже помогите. Вот чего нету на это сейчас акции? Чтобы еще и это нам давали так просто. Так, конфетки. Столько было сладенького, и все на кораблик. Так, тебе надо попрошалку поставить? Ой, может у меня есть здесь? Да не, навряд ли. Ну, я сейчас заберу все. И узнаю. В крайнем случае, поставить надо. Реально.
Пора квасить капусту. Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой. Капусты нет. Квашеная капуста без капусты. Тоже вариант. Так, ну что, ставим. Как наквасим, а потом на рынок. Не, на рынок мы не пойдем. Мы не умеем торговать. Хотя надо что-то срочно продать. Что продать? Что-нибудь ненужное. Надо сначала купить что-нибудь ненужное. А вот так. Ладно. Кабачками торгуем. Вон сколько деньгов. Аж 540 монет. Ой, я пошла к своим туристам, наверное. Посмотрю, как они там без меня поживают, бедные. Скучали, не скучали. Ну, должны были скучать. Я, правда, подарки не беру. Ой, кто-то забыл с туристов. Уехала, чемоданчик мне оставил. Говорит, на, Лена, бери, пользуйся. Есть. Так. Стоят родные. Ручкой машут. Вот где бы меня так еще встречали, а? Как не свои туристы. Тут раз. Растерялась. Когда будет кораблик? Когда будет кораблик? Надо хоть кого-то выгнать, что ли. Давайте кого-нибудь выгоним. Не хочу выгонять. Я сегодня с хорошим настроением. Так, надо решить, кому дадим. Этому точно. Вот тут два, тут два, тут вообще три. Так, Сергей или Игорь? Сейчас решим, кто из них получит. Так. Угу. Сергей. Не, не дам. Подождите, что я не то смотрю. Наверное, явно не то. Что я Игоря не нашла. Игорь, а ты где? О, Алина ждет. Так, Игорь. Ну, так себе. Сергей тоже так себе. Да ладно, значит, все равно кому давать. Алине точно не дадим. Дадим кому-то одному из них. Так. Сейчас покажу, сколько теперь надо для следующего кораблика. Но я вообще в шоке. Я как глянула, мне понравилось. Бо. 17 уровень, следующее улучшение. Просто чудо. А сегодня видео у нас будет немножко коротенькое. И на этом мы будем заканчивать. До новых встреч.